Доброго трямса, друзья! Добро пожаловать на канал Андрея Грини и в замечательную офигенскую игрушку RimWorld со сборкой Hardcore SK. Напомню, это у нас поселение амазонок, чеканутых на всю голову каннибалок. С ними теперь у нас еще дядька Сисикака, который является чьим-то там дедушкой. Подожди, чьим ты дедушкой там являешься? Губумба, его внучка, да. Значит, что у нас здесь произошло между сериями? Между сериями, ребята, сегодня 3 августа, я снимаю эту серию. Наконец-то Sky сподобился сделать то, о чем я говорил в предыдущих сериях. У нас появился сейчас, вот она. Простая починка снаряжения, ребят. Простая починка снаряжения. Мы сможем наконец-то чинить долбанные луки, а не как это было до этого, когда кузнец, допустим, там делает меч, да, меч внезапно затупился, они такие все садятся племенем и такие, ну, давайте отложим этот меч куда-нибудь в сторонку, подождем, когда мы выйдем в нефть. Сделаем синтетические волокна, и после этого я смогу этот меч заточить. Да. Нелепая идея, да? Да, вот здесь вот я еще какие-то корзиночки сделал. Тупумба у нас все еще болеет. Как видите, значит, у нее тут левая ключица, левое плечо повреждено. Ну, на самом деле, это уже не проблема. Сейчас ключица уже... А, подожди, трещина, она вообще вылечится? Короче, ждем, когда она вообще очнется. Чтобы можно было ее отправить, там, допустим, северных оленей попинать. Оки-доки, значит, давайте мы сейчас сделаем еще хранилище. Вот они у нас, бочечки, бочечку давайте замутим. Вот куда-нибудь сюда. Так, подожди, поселенцы нуждаются. Вот видите, у нас ковать строит. А, Сисикаке нужен молоток. Я когда слышу это имя, блин, надо же такое было придумать. Ну, я не знаю, почему мне в голову пришла Сисикака. Даже не спрашивайте, короче. Значит, по материалам, здесь, естественно, мы используем... Да, железобетон. Железобетонный молоток, это офигеть. Я просто всегда мечтал. Так, рибамба. Пойдем изготовим этот самый молоток. Не знаю, сколько будет у нас длиться этот сезон, но, судя по всему, очень долго. Просто вот очень долго. Сисикака, ты можешь взять его? Взять молоток? Давайте посмотрим. Значит, Сисикака ковать строить. Отлично, значит, у Павабумба заниматься садоводством. Если б я... Подожди, Павабумба. Серпа, скорее всего. Нет, подожди, серп есть. А, ручного топора нету, да, по ходу дела? Серп и молот и звезда. Ручной топор. Ручной топор, бедная Рибамба. Только я ее, ну, такая... Ладно, я сделала, пойду-ка посплю. Хрен. Хренушки. А кто там приперся? А, торговцы приперлись, да, оптовый торговец из фракции Тибиум. Ну, практически, да, они брали пример с меня, когда я называл своих колонистов. Значит, у нас первые лечебные корни, естественно, поспели. Так же, как вы видите, я засеял новое поле картофелем. Так, у поселенца нету инструмента. Павабумба. Во, Павабумба все забрала, отлично, ну, наконец-то. И надо будет вот это поле, наверное, будет, ну, расширить. Давайте сразу же расширим его чуть-чуть в эту сторону. Сразу же гигиену, площадь под удобрение, добавить область. Як-то так. И что-то я хотел, вот, да, я хотел добыть хладокамень, ребята. Я хотел добыть хладокамень, вот, две клеточки, да, две клеточки хладокамня. Вперед с песнями, плясками, губумба. Энто раз, давайте вот эту штуку мы переименуем. Хладокамень, бочечка у нас будет называться. Неужели у нас теперь не будет портиться еда? Мы сможем ее нормально хранить. Опа, смотри, какая штука. Древний кристалл холодного камня. Скорость исследования 5%. А что значит отключен? Черт его знает, что значит отключен. Но давайте мы поставим его куда-нибудь вот сюда. Вот, пускай у нас исследования несколько быстрее длятся. Унести Блин, я сказал хладокамень. Господи. Обжорство у Сисикаки. Ну, это, видимо, из-за того, что... Он, короче, долго психовал, что съел блюдо с человечиной и решил такой, надо повторить. Так, Дабумба, пойдем поторгуем. Поторгунша Дабумба. Значит, что мы тут покупаем? Ну, во-первых, можно избавиться вот от этих каменных стрел. Вообще, наконец-то пришел нормальный человеческий торговец. За 9 монет купил все наши сотни стрел. Так, погоди, у нас есть, вот, плод гуманоида мы можем купить. Денег, тем более, что у нас вполне себе достаточно. Так, давайте овечью шерсть продадим, конопляшечку мы оставляем, шерсть муфала. Давай, покупаем. Покупаем шерсть муфала, чтобы можно было продать шерсть муфала. Ну, чтобы можно было продать всякое говно, короче. Кожа птицы, все это мы, естественно, продаем, потому что это полная лажа. Волчья шерсть, голубой мех, свиная кожа. Вот, кстати, очень странно, что у свиной кожи такие низкие показатели.
Ведь из нее делается все. Допустим, те же самые берцы армейские делаются из свиной кожи. Ну, из телячьей еще. Внутренняя часть из телячьей. Внешняя, ну, подкладка в хороших делается из телячьей. Так, пантеры Найтлинга. Пантеры можно продать. Вот. А внешняя делается вполне себе именно из человеческой... Блин, чуть не сказал, из человеческой кожи. Ну да, отлично. Берцы из человеческой кожи. Я бы прикупил. Так, хитинчик. Блин, слушай, а что, цены упали на хитин? Или это какой-то новый хитин? Медикаменты давай прикупим, потому что по ним мы очень сильно поиздержались. Минус 2500 щебня, минус 1200 песка, соль всю на продажу, солить мы, наверное, ничего сейчас не будем. Коли у нас уже появилась возможность делать хладокаменный батарей, ни хрена себе ценничек. Не, ну я не против, конечно. О, так, железную руду купили, древесный уголь не трогаем. Так, резина, давай прикупим резину. Вот если нам будет попадаться там резина, синтетические волокна, вот такие вот всякие штуки, то мы это будем обязательно покупать. Так, башсит, это кустарник, как я понимаю, в топку, рондондон туда же. Значит, давай, минус 1000 древесины, красное дерево, все на продажу. Да и все, наверное. Слушай, хороший такой нормальный торговец, мне понравилось. Мне очень даже понравилось. То есть мы избавились от кучи всякого ненужного хлама и в то же время купили всяких нужных вещей. Супер-пупер. Павабумба, давай... Так, нет, подожди, в смысле? А ты можешь его вот отклонить торговцам? Что-то Павабумба вообще офигела. Не хотела общаться, могла только арестовать торговца. Так, ты собираешься уходить вообще, нет? Будет тут отсвечивать сидеть. Ладненько, значит, смотрите, хладокамень у нас появился. Давайте, значит, сделаем сейчас сначала одну хладокаменную батарею, а дальше посмотрим. Сколько там надо? 85. 80, ну и стали, что остается делать. Давай в уголочек поставим. И губумба вперед. Губумба, да, чё? Какие хладокаменные батареи? Палка, камень, копать. Это, в принципе, с их уровнем образования это должно быть примерно так. Но, смотрите, пока вроде как по-другому. И я думаю, что... Да ладно, готовой еды вообще нету, что ли, у нас? Надо переставить вот эту штуку сюда. И вот эту штуку тоже переставить надо будет сюда. То есть это под компоненты еды, а это под готовую еду. Давай заправляем. Посмотрим, насколько здесь все у нас остынет. Мне кажется, что одной хладокаменной батареи нам не хватит. Ну, есть такое маленькое подозрение. Нужны развлечения. К примеру, просмотр телевизора. Какой нахрен телевизор? Ты не знаешь, что это такое. Как он может быть тебе нужен? Так, включен. Скорость исследования плюс 5. Зашибись. Каменные покрытия сейчас изучим, а потом пойдем вот, соответственно, в починку. Блин, неужели у нас наконец-то будет починка снаряжения, одежды там и всего прочего? Я просто в это практически не верю. Куда дальше копаем? Давайте посмотрим. Так, ну давайте вот здесь вот попробуем подкопать. Чуть-чуть так вот пространство выкопаем. Я не знаю, надо текстильку куда-то будет девать. Исследование каменные покрытия второго уровня. Превосходно. Так, сколько жрать можно? Гад ты такой. У тебя обжорство, что ли? Или чего вообще? Обжорство, да. Вот куда делась вся еда, ребят. Вот куда Так, что там говорите? Плоть? Ну давай, давай, кушай. Так, погоди, а... Кто вам разрешил вообще... Так, картофель. Картофель, это продовольствие. Подожди, продукты растительного происхождения. Ну-ка, давай-ка мы сейчас все это дело запретим. Так, фрукты. Ну вот фрукты, ладно, фрукты жрите, если что. А все остальное запрещено. Вот, сука, хорош картошку жрать. Гад какой, а. Вот отравился? Отравился? Вот мучайся теперь. Иди успокойся, Сикаку. Объясни ему все. Что-то как-то там. Что там про маленькую проблему? А, твоя маленькая проблема, это твоя маленькая... А, он, наверное, в принципе, он переживает все девушки. Да, у него есть одна маленькая проблема. Ну да, если она маленькая, это действительно проблема. Так, Павабумба. Давай, уноси это все туда. На склады. Здесь у нас... Слушай, минус 3 градуса. Минус 3 градуса. А он, по-моему, ниже не дает, если я не ошибаюсь. Конечно, может, и ошибаюсь. Но черт его знает. Так, значит, что мы теперь можем сделать? Мы теперь можем тупумбу. Щит есть. Можем тупумбу отправить вот сюда немножко поохотиться. На северных оленей. Вот я не знаю, кстати, каков шанс, что они все-таки атакуют в ответочку. Потому что если вот это стадо, понимаешь, она, конечно, спустится с горы и поимеет все стадо. Но вот если как бы...
Короче, если все стадо решит ее поиметь, то она, конечно, получит массу удовольствия. А мы с вами этот ролик зальем на Pornhub, скорее всего. Мать твою! Тупумба, это судьба! Это судьба! Ладно. Насмерть, скорее всего, не забьют. Они вроде не кровожадные. Но судьба Тупумбы, судя по всему, заключается в... Ага, ну они-то насмерть, они не кровожадные, конечно. Ты умирать не собираешься? Нет, не собирается умирать. Кто ж знал-то? Так, Павабумба, давай-ка сюда иди. Господи, у нас Тупумба вообще из лазарета. Ей надо вообще вот это переименовать в комнату Тупумбы. Ну потому что она настолько Тупумба, что просто балбесио. Господи. Ой, как крах вообще. Не, ну я ж до этого-то пинал, все хорошо было. Чё происходит-то опять, а? Ушиб северного оленя. А, ушиб ногой северного оленя, я понял. Я думал, ушиб всей бабушки. Ушиб всей Тупумбы. Тупумба, ты такая Тупумба, что просто Павабумба. Нам нужны эти, как их, господи. Амбразуры, да. Амбразуры нам нужны. Сука, ты, у него изнемождение, он больше не может жрать картофель. Бабатька сказал, сисикака делал. О, сейчас сисикака отхватит еще до кучи. Так, все, сисикака успокоили. Он пошел, короче, спускать в трубу теперь все, что сожрал. Вот, вот ведь засранец, а? Вот, ну, ну как так можно, а? Так, а давай ты как-нибудь там помрешь, нет? Ну да, конечно, мечтать не вредно. Есть, один готов, но что-то их там реально до хрена. По идее, мы, наверное, можем где-нибудь в дверях, допустим, их встретить и зафигачить. По идее. Ага, до Бумби досталось, замечательно. Так, Губумба, давай ближний бой. А, до Бумба отступает. Господи, Губумба, блин. Губумба, иди сюда. Так, Павабумба. Так, да, давай Губумбу пинай. Сколько вас тут, а? Ой, что-то 9 штук, короче. Ребят, у нас проблема, у нас сложности. Есть контакт. Не знаю, успеем, не успеем, успеем, не успеем. Черт его знает. Да, Бумба, иди сюда. Не-не-не-не-не-не-не, все, мы сваливаем. Губумба, будешь отдуваться... А, против двоих сразу! Слушай, не, ну это нечестный расклад. Это вообще нечестный расклад. Ну-ка, давай попробуем. Так, ну, ну и куда ты выстрелила? Балбесин! Ага, Губумбу уронили чуть-чуть. Это проблема. Сколько... Что-то, короче, эти северные олени чуть-чуть, по-моему, разозлились. Так, ладно. Рибамба, иди сюда. И за... во всем этом прикрывает вас сисикака. Ну, ну такая себе бригада, короче, да, Бумба, пора уходить. Я сказал, пора уходить. Давай, добиваем его. Ближний бой. Отлично, дверь там закрылась. Подстава. Губумба, что с тобой? Тоже ушибленный, короче. Не, ну то, что вы ушибленный на всю голову, я и до этого это знал. В принципе-то. Ой, ой-ой-ой. Так, не-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 не. Давайте как-нибудь... Ой. Так, погоди, давай, ближний бой. Павабумбу не трогать! Не трогать Павабумбу! Ой-ой-ой-ой-ой! Слушай, у нас проблемы, у нас серьезные... Короче, нас отоваривало стадо северных оленей. Не, ну, ребята, они нас теоретически не должны убить. Потому что, ну, они не агрессивные, но бьют больно. Так, давай, ближний бой. Не, ну такое количество мы... Надо ныкаться в туалете, короче. Сисикака. Так, рибамба, короче, давай, иди в туалет. Да, не успели в туалет. Короче, мы все легли. Ладно, они сейчас успокоятся и уйдут. Я надеюсь. Чувствую беду. Приходит таинственный незнакомец с черным. Мастер-медик. Растеневодство. Не-не-не-не-не, отослать обратно. Мы сейчас придем к себе. Главное, чтобы они сейчас должны успокоиться, теоретически. Теоретически они должны успокоиться.
Так, подожди, кто падает? А, то есть вот так вот, да? Никто умирать не собирается? Не, ни у кого даже ранений никаких нет. Так, ребят. Господи! Да что ж происходит-то? Вы когда-нибудь успокоитесь, нет? Вот ведь уроды. Так, ладно. Ты когда встанешь? Да. Слушайте, это проблема. Северный олень мстит. Господи, а чё вы такие мстюны-то, алё? Что-то у наших, по-моему, плохое настроение немножко. Что, да, олени что-то прям действительно разозлились. Я уж не знаю, что да как. Так, гости прибывают. Гарантирует безопасность, да-да-да-да-да. Во, сейчас гости, короче, их отмахают, смотрите. Или они гостей, короче, не, смотри, вроде все нормально. То есть мы сейчас, возможно, даже встанем. А может быть и нет, слушай. Теперь нас здесь будет много лет. Нет, погоди, смотри, там кто-то даже остался. Ой, блин. Сисикака падает в обморок, не приходя в сознание. Отлично. Ой, блин. Такой лаж у меня еще никогда в жизни не было. Ребята, вы не хотите мне помочь, уважаемые гости? Поднимите кого-нибудь, а? Ну сделайте одолжение-то, а? Тут у наших ребят настроение что-то плохое. Да, Бумба у нас пришла в себя. Давайте мы быстренько тогда, наверное, сейчас что там по нужным, сытость, да? Давай бегом, значит, есть. И надо начинать спасать наших балбесов. Да, надо привести себя в порядок, иначе если она сейчас психанет, то будет прям вообще печаль-беда. Спасаем Рибамбу. Да, Бумбу тоже спасаем. Давай быстренько кормить. Сразу лечение пошло в дело. Так, что тут? Подожди, а где второй? Погоди, Рибамба и не понял, а кого я еще-то спас? Я, кажется, спас не того, кого надо. Так, давай спасаем Павабумбу. Сразу его тоже кормить. Дальше Сисикаку. Так, Тупумба пришла в себя. Так, ну-ка, давай-ка берем короткий меч. Что тут еще можно? Оленя Хотя хрен с ним, с этим оленем. Иди давай на базу. Жизнь моя жестянка, ну ее в болото. Так, Дабумба. Нет, ты не тем занимаешься. Губумбу давай спасаем тоже. Так, Губумба готов. Давай кормить Губумбу, чтобы он тут с ума не сошел. И лечить Губумбу. Ярость Рибамбы, блин, сака, скотина. Опять, короче, северный олень бешеный. Скотина какая, а? Так, погоди, я опасаюсь. Господи, блин, да сраная ярость. Вот я этого и боялся, на самом деле. Сейчас Дабумба еще опять в очередной раз отгребет, короче. Так, Сисикака очнулся, и Сисикаку опять убрали. Да что ж такое-то? Дабумба, иди сюда. Иди сюда, бегом, короче. Надо убрать этого северного оленя, иначе у нас будут прям лютейшие проблемы. Ну-ка, давай, добьем его. Давай, три часа. Можно, в принципе, посидеть где-нибудь. О, отлично, он отъехал. Давай, иди, отдыхай. Нам бы главное, чтобы Тупумба до сюда дошел, и тогда будет все более-менее нормально. Так, Рибамба. Ужас какой-то, вы посмотрите, на какой писец. Ну ладно, Рибамба больше вроде бы психовать не будет, потому что раскаяние, как я понимаю, нет? А, или чего? Да, раскаяние. Так как была ярость, его убрали, и он теперь раскаивается в содеянном. А где Сисикака? Сисикаке опять досталось. Так, пойдем спасем его. Главное, чтобы Дабумба сейчас не психанул. Лечить. Никаких медикаментов у нас нету, поэтому лечим так. Ни хрена себе, его ж уже вроде лечили. Отлично, теперь еще какой-то... Ага. Отстань от Тупумбы, скотина! Я надеюсь, что его сейчас свои забьют. Если не забьют, будут проблемы. О! У нас пушка появилась! Уряля, поворот! Так, отлично, значит, вот этот вот козапас, его надо будет сейчас раздеть быстренько. Ну-ка, пойдем. Мазохизм у Тупумбы, да чтоб вас всех. А пушки нету. Ну что ж такое-то? Вот говно. Так, где Тупумба? Ну, хорошо, хоть не психоз. Пойдем, успокоим, может получится. Не получилось. Так, а кто у нас неполеченный? Губумба. Боже ты мой, а.
Слушайте, надо, короче, да, Дубумба должна отдохнуть, иначе она тоже сейчас съедет просто с катушек и будет совсем все фигово. Так, Тупумба слегла, да? Давайте быстренько спасаем Тупумбу, а то еще сейчас отрубится нафиг. Лечить. Она еще и обоссалась ко всему прочему, судя по всему. Давай ее быстренько помоем. Да ёперный ты театр, а? Ярость Сисикаки, это вообще опасно. Вопрос в том, на кого ярость будет повернута. Я знаю, на кого будет повернута ярость. Так, дубину в руки возьми. Не, подожди, а мы можем попытаться его успокоить? Так, в стан его поместили. Сейчас смотри, что мне в лоб даст. Да, так и случилось. Дубину, пожалуйста. Дубинка его по голове. Отлично. Спасаем Сисикаку. У нас как раз освободилось там место. Значит, лечить. Бегом. Ярость Смоки. Да, гости, уважаемые, вы, блин, уже подохренели, по-моему. Так, давайте покормим Тупумбу. Все, что у тебя по нуждам? Удовлетворенности нету. Во всем остальном все прекрасно. Жесть, просто жесть, как она есть. Главное, чтобы Дубумба сейчас тут с ума не сошла. Иди давай отдыхай, наверное, куда-нибудь. Блин, а ты не можешь пойти отдохнуть вообще, нет? Что у тебя там у самой-то по нужным? Так, умерла союзница, легкая боль. Ну вот, кстати, в райский роскошный комфорт. В принципе, как бы начинаем вылезать потихонечку, но очень потихонечку. Губумба, ё-моё, чем ты занят? Точнее, занята. Давай-ка мы сейчас здесь уберемся немножко. Нам надо, чтобы мы получали максимум бонусов. Только в этом случае они будут как бы, ну, у них все будет нормально с настроением. И, кстати, у нас, да, у нас проблемка. Нам нужен Павабумба, а Павабумба у нас в отключке, похоже. Да, Павабумбе очень сильно досталось. К тому же, короче, ее почему-то не полечили. Ну-ка, давай-ка быстренько. Всех вылечили, кроме Павабумбы. Поселенцу нужна помощь. Тупумба, да чтоб тебя! Что с тобой не так-то, блин, постоянно? Сильнейшая недоедай. Да в смысле? Ой, господи. Давай спасать. Покормить можешь? Да ладно. В смысле? И ты покормить не можешь? Ну-ка, погоди секундочку. Губумба, надзор у тебя есть. Ага, подожди, казнить? Не, подожди, это не то. А где у нас кормить? Вот, кормить пациентов. В принципе, я думаю, что можно назначить вот так вот, допустим, на двоечку, кормить поселенцев. Вообще всем можно назначить, это и Рибамби, и как бы Губумби, и мыть поселенцев. Я думаю, что ничего такого в этом нету. Почему бы и нет? Так, давай кормить быстро, пока он не помер, точнее она. Что там у тебя? Вот, сытость норм. Недоедание, оно же точно, он сейчас будет бешено расходовать калории. Если на нас сейчас нападут, то нам писец. Павабумба, что с тобой? Недоедание тоже острое. Да как так-то? Очень странно. Тупумба, блин, лежит, ты не вставай, задолбала. Давай пока медицинской назначим эту комнату. Лежи и вообще не это самое, не надо лохматить бабушку. Темное окружение, окей. Сейчас мы тебе тут фонарик зажжем, чтобы тебе было хорошо здесь. Давайте в комнатах вообще зажжем фонарики. Вот так вот, чисто на всякий случай. Здесь тоже. Сисикака, что с тобой там? Ой, ё-моё. Так, А где Сисикака? Так, пойдем помоем его. А то что-то там вообще печаль, беда. Раз, и кормить. Так, гости. Слушай, не надо нам еще сейчас сюда гостей. Спасибо, нас и так неплохо кормят. Да, нормально так поохотились, ребят. Просто зашибись. Если сейчас, кстати, Павабумба встала, кстати. Павабумба встала. Давай попробуем приготовить что-нибудь пожрать по-быстрому. Я понимаю, что это, ну, такое себе. Но у нас еды нету. Соленья всего? Вы серьезно? Я ради чего вообще с ними воевал? Ради двух кусков мяса? Че я умерла? Причина... О, вот это хорошо. Еда поспела. Ну-ка давай, тащи на базу. Так, этих мы пока запретим. Я надеюсь, что... Знаете, у нее на самом деле... Да ну серьезно, мазохизм Павабумбы. О, господи, спасти. Это балбесина, а?
Так, это раз, и давайте-ка мы сейчас сюда дверь поставим. Губумба, ну-ка давай, сделай быстренько нам приятно. И обратите внимание, все испортилось. Да уж. У кого там голод? Сисикака и Павабумба. Так, у тебя что там? Сытость по нулям, да чтоб вас всех перекосило. А чем кормить-то? Картофаном остается кормить, наверное. Хотя, погоди, мы можем попробовать сделать сейчас здесь блюда. Жареные ассорти из овощей, вот теоретически, да? Или же, подожди, картофель, у нас нет сыра. Подожди, а здесь мы можем сделать, вот, мы можем сделать простой салат. Значит, обычно это как раз... Так, секундочку. То есть вы хотите сказать, что из картофеля нельзя салат замутить? Ну, в принципе, да, логично. Короче, да, печалька. А здесь что у нас? Жареные ассорти из овощей. Картофель есть. Ну, давай попробуем. Правда, кто будет готовить, большой вопрос. Ну, как бы вот так. А кто у нас вообще может поварить, ребят? Давайте посмотрим. Оба, кто может поварить, лежат в... да. Давай на восьмерочку поставим. Да бумба, блин, на все руки мастер. Не, подожди, какое? Не так, заправить давай. И давай готовить. Сейчас она всех потравит, мне кажется. Так, Павабумба кормить. И Сисикаку надо кормить. А, Сисикаку уже кормят, отлично. Ой, господи. Как же это все сложно-то оказывается, а? Хорошо, хоть картофан есть. Кстати, что у нас тут с ростом? Северный олень. Так, ты живой. Вот ты какой северный олень. Говнарь, блин. Так, Дабумба. У нас салатиков наделал. Истерика у Дабумбы. Да чтоб тебя... Подожди, что он сейчас сделал? Он что-то сломал, короче. Точнее, она что-то сломала. Так, ладно. Наготовили еды немножко. Я думаю, на какое-то время хватит. Все, займись своими делами, на самом деле. Потому что это не вариант. Ну что, придется нам, я чувствую, очень-очень долго заниматься восстановлением после всего этого беспредельного беспредела. Так, Тупумба, что у тебя со здоровьем? Ну, здоровье восстанавливается. Сисикака, кстати, тоже очнулся. А, Павабумба... Просто, блин, крах какой-то. Подожди, а что у тебя по нуждам? Ну, относительно. Раскаяние все спасает. В смысле, ужасная спальня? А какого черта? Омерзительно? Почему? Так, а, сейчас, подожди, сейчас посмотрим. Ну-ка, давай уберем здесь грязь. Ужасно, да? Выносить утку. Неплохо. Так, давай здесь тоже уберемся. Вроде стараешься, чтобы все было прям хорошо. Так, здесь тоже чистенько стало. Так, тут у нас в больнице все еще омерзительно. Так, выносить утку давайте. А куда? Подожди, а что он делает вообще? Вот я, честно говоря, не совсем понимаю. Вот стало неплохо, да? То есть, куда он их выносит-то? Павабумба, что у тебя там по нуждам? В четырех стенах. Блин, ну а что ты хотела? Так, комфорт, гигиена, малая нужда, удовлетворенность, свежий воздух. В принципе, все должно быть нормально. Так, давай использовать губумба. Давай наполни эту штуку. Оптовый торговец к нам пришел. Вот прям очень нужная тема сейчас. Блин, нет воды, серьезно? Так, мыться давай. Вот, классно. Осталось как-то самоудовлетвориться, короче. Во, отлично. Затмение. Да ядрить твою налево. Не одно, так второе. Не второе, так третье. А, Павабу... Все сожрано, что ли? Охренеть вы, блин, борзые. Ну-ка, подожди. Да, кто-то уже сожрал. Так, давай, едим. А, пойдем еще мяско сделаем. Сейчас, правда, Сисикака в шоке будет от этого. Ну да, и, короче, это проблема Сисикаки. Давай съедим сейчас. Волчица... Кому волчица мстит? Ага, волчица домстилась, короче. Да, Бумба, пойдем поторгуем. Фуй, на этом мы, наверное, будем заканчивать с вами. Очень напряженная серия получилась. Короче, мы отхватили от всего стада, я бы сказал. И у нас, кстати, пушка появилась. 45-й калибр, патроны есть. И пушка там тоже есть. Так, обычное мясо, наверное, тоже надо будет купить. Давай, пускай будет. Вообще, нам надо как можно больше всякой еды.
Давайте картофанчик, кокс. Я не знаю, кокс будем покупать, не будем. Черт его знает. Давайте сначала избавимся от того, что нам не нужно. Велюр. Пока мне не нужен. Голубой мех. Туда же. Кожа человека. Туда же. Что еще? Куда, откуда можно купить? Давайте медикаменты. Ну, учитывая то, насколько нас озвездюлили, медикаменты — это нам действительно, ну, нужная нам штука на данный момент. И нас очень далеко откидывает постоянно в развитии. То есть мы каждую серию вынуждены лечиться. То есть мы вперед практически не двигаемся. Что несколько печально. Так, давай отклоняем сразу торговца. Уходи отсюда. Так, собираем все стрелы. Тоже это все надо будет сделать. Так. Где у нас тут всякое валяется, чтобы они все это дело подобрали. О, слушай, там даже кто-то раскопками заниматься умудряется. Так, подожди, 9.19, это... Во, подожди, Спектр М4, Тупумба. Ну ты понимаешь, да? Или нет? Погоди, а кто у нас главный стрелок-то? Дальний бой. Рибамба. Так, погоди, Спектр, да? Давайте мы сейчас сделаем снарягу. Новая. Так, вот он, Спектр М4, значит, сюда любые боеприпасы в количестве 250 штук, допустим. И рибамби мы сейчас, соответственно, вот этот короткий лук меняем на вот этот вот 45-й калибр Спектр М4. У нас, соответственно, появляется вооруженный товарищ. Прям нормально так вооруженный товарищ, зашибись. Так. Павабумба, иди-ка ты отдыхай на самом деле, потому что главное, чтобы ты сейчас с ума не свихнулась. Ну что, ребят, на этом мы будем заканчивать. Я надеюсь, что следующая серия у нас будет как-то поспокойнее, хотел сказать повеселее, ну не знаю, может быть и, конечно, и повеселее. Кстати, пойдем-ка волчка завалим. Вот, надеюсь, что именно поспокойнее мы сможем с вами чуть-чуть хотя бы продвинуться вперед, потому что, ну сейчас это прям крах какой-то. Так, давайте, волчков мы сейчас тоже перерабатываем. Так, погоди, режим дня, давай всех отпустим. В общем, да, опасно живем. Если вам понравилось это видео, если вы хотите продолжения, то обязательно ставьте лайкосик, пишите комментарии, все, что вы думаете. Я, к сожалению, не смогу реагировать в видосике на ваши комментарии в следующем, потому что, когда вы смотрите это видео, я где-то, наверное, на югах, но я обязательно буду читать все ваши комментарии, это без вариантов, то есть в любом случае я читаю все, что вы пишете, не всегда, правда, могу отвечать. Так что комментарии не пропадают впустую, имейте в виду. Ну и с вами был, как обычно, Гринни. Всем пока и отличного настроения. Пока-пока, ребята.